наверное, никаких нет. Грибы давай подходи, а то... А что? Грибы, так сейчас слава фотографии... Ну и что, да. Так можно разговаривать, пожалуйста. Подходи. Да. Так а вы идите сюда, посмотрите. Что там стоишь, как надо? Идите, идите сюда. Такая природа. Плохо я стал выходить, я... Надо было женщин взять ваших еще. А у нас в багажнике. Ну так в багажнике так, а можно было. Ну, Тамара, Тамара работает. А, ну, а бабушка тут на дачу упала маленько. Это другое дело, да? Конечно. Да. Намажется, лечится, пока не поднимется. Да. А вот там мы проезжали, по-моему, тоже калина должна быть, места такие вон там дальше. Ну, а там речку, вот не да, знаю, да. Все можем. Вот здесь даже дверь. Пойдем сразу там, который мед продает. Ага. Если все купим, я заеду картошку сдам, а вы хотели куда-то заехать еще. А, ну-ну. И может через часик где-то договоримся, где встретиться. Ага. Какие предложения? У меня вот так я вот. Ну, давайте. Так, так можно. А я думаю, так калины надо сразу набрать. Не, да так кажется. По пути вот в лес заедем, калины. А то потом не захочется в лес ехать, там расслабимся. Да. Ну, ну да, давайте, ну, так давайте, сделаем. Ну. А что, какая разница? А? Есть так. Заедем, наберем. Заедем. Есть так, поберем, но. А, Слава? Ой. Ну давайте так, есть так, поберем, нету так, что там. Так вот именно, сколько уж соберем, да? А у нее хорошая картошка. Желтая. Ну, зреет. Я же семена ей давал. Им троим-то сколько там надо? А у них одна желтая почти. Красная-то. Тоже на еду дает. Ну ладно, поехали. Поехали делать. Что? По полю у нее, по-моему. А, дальше там есть пойдет там. А, вся картошка в подполье, наверное, да. Ну там-то можно проходить спокойно. А, что из-под низу, что с дома сверху. Не было даже большие пусты. Земли хорошие дали. Работали на два раза. Как приехали, стоит ни одной травинки нет. Я два ведерка набрал, но они очень чистые. Ну, эти как? Ну, здесь, а там, наверное, в яме, наверху. В этой яме все равно. Немного. Там
она никуда не уйдет. Куда она уйдет? Может, дома? Конечно. Стивар-то не собирается? Если хочешь, посмотри, у меня картошка. Выбирать может там. Стивар-то не собирается приехать? Не знаю. Ничего, Людка не говорит. А, тетя Валя, так тетя Валя же здесь, это, сейчас-то она же здесь. А я не знаю, вот, как вот, товарищ. А маленький какие? А это весной. А вот, вот кустик какой-то отдельно стоит. Наверное, весной, да. Весной, вот там синие. У Васи Павловича копал вроде. Ну, синие, а тут, видишь, розовые, белые. Да, я хоть тебя сниму. Да, потом. Любимый мой дядечка. Так я его вообще уважаю, правда. Как вот мужчину, а. Шуру, всех я так люблю, уважаю вообще. Тетя Шура-то что? Да. На даче упала. Что-то было. А? Ушиблась на даче. Вот. Упала? Упала, да, на плечо. И руки болит. Панасоник. Беда еще. Уже, видишь, вот нога у меня тоже отказывается, я еле-еле шлепаюсь. Да? Боюсь, Кутя? Не дай бог, где упасть, не дай бог, Кутя? Где что-нибудь. Вот так вся в синяках уже, я знаю. Как сатана. Но тебя же не тягает. Так и когда скоро. Да вот, собираюсь уже ехать, может, мне надо срочно уже ехать. Тогда не знаю, я уже, это самое, до Абакана как-нибудь, Кутька? Да скорее прямо на поезд. Поезд идет в 5 часов вечера. И до Абакана, и скорее домой. У меня Наташа... Да, да. Как назвали-то? Цезарь. 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 Маленький еще, да? Да маленький, конечно. Еще кутенок, конечно. Дурачок. Ну пойдемте чай пить. Цезарь. Здорово будет, наверное, да, большой это? Да ходите, что, неужто вы прямо сейчас уедете? Вы что, я вас, нет, да, я вам не прощу такое. Мы поехали Граненко, да, вернулись на мосту. А что? Мы что, поехали, говорит, куда? Обедать, что ли? Я говорю, он, я спросил, он промолчал, ничего не сказал. А я спросил, он ответ такой, нет, маленький. Я последний отдам, я такая вообще, а половину разделю напополам. Семь болтунов. Не, не. Я боюсь. Что ты меня сыку? Ну идите к бабушке. Такая пакостная девчонка, что-нибудь ей напакостить. Ее, а то бабушка скоро уедет. Это ж вообще. Юля, иди к бабушке. Ну а что, бабушка же уедет скоро. А я скоро уеду же. Она не хочет со мной даже сфотографироваться. Иди, Юль. Ну что на машину-то я заперлась? Ничего себе даю. Только больше места нет. Вот видишь, что кончилось. А, иди к бабушке, Юль. Машина грязная. Пойду, а? Вот. Лохматая выдра. Не отирайся, если я всю грязь пыль. Ну надо же обтереть же все, как же. Машина чисто будет, штаны грязные будут. Ох, лохматая. Чего ты поснимала резинки-то все? Ой, беда с ней, беда. Ладно, Владик, а то сильно много. Да, ничего. Пленки истратишь. Да ну, а что там? Ну, так хотелось с Шурой увидеться и с Олечкой. Но... Ну, мы не знали. Да и раньше-то бы... Ну, так заезжай. Что? О, щенка. Да вот же мне уже ехать надо, что мне надо продавать же эту квартиру. Мне же надо еще деньги, мы так и не заплатили же. Все деньги расшуровали. Я же купила корову. Смотри. У деда за 1000 рублей. Теперь это угля купила. 1000 рублей отдала за сено. За 3000. И в общем, кругом деньги все летят, как пуля. На эти мабутки нам сделали. Петровы тогда? Мы, да. Мы сегодня взяли по 120. Ну, не знаю, что. А по диванке-то надо вам. Даже, ну, банки-то у нас есть. Есть, ну, ну, ставка у меня тут, нету. Ну, вот я и говорю, это, может быть, 3-литровую возьмешь. Ну, ладно, может, возьму. Вы эти ж теперь зимой. Ну, как может быть? Да по осени, может, приедем. Может, да вот. Не обязательно зимой. Дика, я с банком. Поди, соберемся еще, приедем. Давай.